Третий по счету визит за год, а самое главное, состав нынешней делегации подтверждают серьезные намерения китайцев, отмечает принимающая сторона. Руководство города Чэнду предлагает наладить между курортами не только прямое ежедневное авиасообщение, но и развивать туризм, обмениваться студентами, творческими коллективами, осуществлять взаимные поставки пищевой и другой продукции. Город Чэнду – административный центр провинции Сычуань. Это пятая по численности агломерация в Китае с населением более 17 миллионов человек, многие из которых хотели бы приехать в Сочи и увидеть местные достопримечательности. Сегодня китайцы говорили об укреплении отношений и ускорении рабочего процесса. Со своей стороны, компания Tibet Airlines уже закупила новый самолет. От российских же специалистов туристы из Азии ждут специальных предложений и индивидуальных программ. Хотим как можно быстрее получить официальное подтверждение наших договоренностей. Если все будет успешно, то первый рейс Чэнду-Сочи полетит уже в конце этого года. А в сентябре у нас пройдет большой международный туристический форум, и мы предлагаем Сочи организовать там презентацию курорта. Вице-мэр отметил серьезную подготовку ко встрече коллег из Китая и поблагодарил представителей делегации Чэнду за весомый вклад в развитие отношений. Мы видим, что проведена большая работа и видно конечную цель. Конечная цель – это хорошие отношения наших двух городов, наших стран, прямой рейс Чэнду в Сочи. И для того, чтобы это все осуществить, нам нужно сейчас написать план реализации этого проекта. Мы должны этот план утвердить у нашего главы города и согласно плану по различным направлениям, которые я вижу, что вы очень глубоко проработали. Это и аэропорт, и экскурсионная деятельность, и шопинг, лечебные факторы, многие-многие другие, которые мы готовы очень внимательно отработать со всеми специалистами и вместе с вами. Видим, что это профессиональная команда, и с вами мы достигнем больших результатов.